Так, это усадьба Горинки. Видно, что вон там кирпич уходит и еще ниже. Ну, сама такая усадьба. Окна там большие, все в таком стиле интересном. И такое впечатление, что опять же вот эта нижняя часть, она как будто бы отдельно от верхней построена. Потому что, опять же, мы видим тут козыречек такой, да, небольшой. И надо будет посмотреть. Вот эта нижняя часть как будто бы была отдельно тоже построена. Верхняя часть как будто бы уже потом пристраивалась. Ну, как-то вот непонятно. Но тоже вниз там уходит. Тут есть строение, где видно, что стоит на камне прям вот это все дело. Но здесь это все прям как-то очень сомнительно. А окна-то как низко находятся, а? И что, вот эта часть отдельно была построена, что ли? Окна здесь заложенные, да? И что мы там видим-то? Да нет, вроде бы уровень земли такой же, но окна как-то низко. А все самое красивое скрыто сзади. Да, с пластиковыми окнами. Это просто вообще что-то с чем-то. Да, пластиковые окна здесь прям смотрятся шедеврально. Особенно вот эти вот прямые такие вот выбитые эти вещи. Вот. Если бы здесь было бы арочное что-то такое, было бы, конечно, получше бы. Ну, возможно, потом облепят это все дело, надеюсь. Кирпичик какую-то волну имеет. Возможно, потом докладывали. Вот, опять же, тут один цвет кирпича как будто бы. А здесь как будто бы другой. Ну, кажется, что другой. Я не знаю. Ну, может быть, на камеру это не видно. На камеру, наверное, это не видно. Но как будто бы немножко отличается цвет кирпича. Вон там тоже кирпич. Вот. Все здесь у нас. Ну, говорю, похоже, что просто... Ну, это перекрытие. Конечно же, это перекрытие. Но такое впечатление, что как будто бы два разных здесь здания, что ли. Ох, какие старинные здесь прекрасные окна. Какие здесь прекрасные старинные окна. Жалко, что мы здесь без стереокамеры. Ну, мы сюда потом еще приедем, конечно же. Это рядом. Что-то с чем-то. Это здание видно, что пристраивалось потом. Какие-то здесь эти штуки, там железки вбитые. Что-то здесь было. Ну, наверное, какой-то колокол здесь был, да? Смотрите, как окна низко. Это же прям как-то интересно. Колонна. Вон там видно кирпичи. Это штукатурные кирпичи. Кирпичи такие же, как и там. Тоже. Такой же прям... О! Вот это, кстати, интересно будет. ОВ. Я сфотографировал. Или что такое ОН? Отметка на кирпиче. Развалины Древнего Рима. Обалдеть. Ты знаешь, где теперь можно брать древние кирпичи и продавать? И вон там железка, кстати, какая-то торчит, да, получается? То есть между кирпичами или что-то такое. Какой наклон? Ну, он крыль стоит. Это уже падает, что ли, да? Они все уже. Мне кажется, вот это я говорю, по ней опасно ходить. Да, ну пока что... Падать она, наверное, будет... Ох, нифига, то сколько их прям попадало-то, а? Слушай, тут такой был прикольный проход. Смотри, как они стоят тоже, да, какие-то, вот видишь, какие-то постаменты под них из кирпичей сделали. Ой, а вот она, молодец. Такие раз... Погоди, а вот это если вот это вот так вот упало, бабах, это у баба... А вон там что за кирпичи лежат тогда? Не, это понятно, что это вот, она вот так стояла здесь, да, изначально. Они ставили на раствор. Вот. Интересно, какого года все это? Сейчас я посмотрю, что там у нас там. Так, а тут-то что у нас? Я что-то не понял. Если там все упало, так. А тут у нас куда все это? Откуда? Это сверху. Просто груда кирпичей сверху. Понятно. А вот это не железка ли сверху-то? Да, это железка. Сгнившая пластина стальная сверху. И вот она была здесь. А вот еще какие-то гвозди древние. Вот еще гвозди тут древние. Смотрите, кирпичи, что они такие черные. Пережженные, что ли, кирпичи? Я что-то не понимаю, что это. Или это из другого какого-то теста слепленное. Как будто бы... Ну, вот есть кирпич одного цвета. Вот я говорю, одного цвета, другого цвета. И вот еще цвет. Тут кирпичи вообще разных цветов. Разного цвета, точнее говоря. То ли они
А, жареные какие-то. Боже мой, как отсюда выйти-то? Все, меня здание не пускает. Вот тоже кирпичи одного цвета. Вот кирпич одного идет цвета, потом бас, кирпич другого цвета. Интересно. Как будто бы здесь что-то было раньше из другого кирпича, что ли, или что-то сгорело в пожаре. Там реально кирпичи одного там прям черненькие, обожженные, пережженные какие-то. Прикольно. То есть такая пластина должна быть еще там лежать? Вон там снизу, что ли, такая пластина должна лежать? Могли. Эту штуку они должны были выковать. Сейчас, ну-ка, о! Что это у нас, смотри. Как это? Что это такое? Ну, пережгли кирпич, что ли, получается, да? Или как это могло такое быть? Но кирпичи здесь все разноцветные. Я бы сказал бы даже, они разные, наверное, ширины. Потому что здесь некоторые кирпичи, кажется, что они вообще очень-очень широкие и большие. Ох, вот какой кирпич. Другой кирпич можно взять в руку. Ну, такой берем и кладем. И делаем. Поуже. Здесь поуже, если для маленьких рук. Здесь вот такой вот маленький кирпичик. Там побольше, чтобы поменьше. Ну, это, видимо, чтобы радиус сделать за ворота. Потому что если вы сделаете широкий, то поворачивать, наверное, будет неудобно. А сейчас мы входим в храм Гизы, который находится в Египте, собственно говоря. Храм Гизы раньше был, вот, наверное, вот примерно так выглядел. Вот мы видим египетские древние иероглифы. Здесь написано «Замолчи», что-то на египетском. Надо будет нанять переводчиков, которые найдут, и здесь поймут, что здесь написано «Тутанхамон». «Silence» — это, значит, какой-нибудь «Амон». «Крест» — это по-любому «Анг». Значит, я «Ал-Моменту». Это прям... Это вот египетский... О, я вижу египетские еще иероглифы. Здесь, короче, нарисован бог. Вот, значит, он оживает. Вот видите, бог оживает, короче. Вот, и он подписан. Вот, написано, что он, видимо, это бог, короче. Кто у нас был красный? Это символ, у него корона на голове, короче, символ двух царств египетских, короче. Правое царство и левое царство. Ну, то есть это два это царства. Вот, оно вместе на голове, то есть он вместе, как бы, ему очень хорошо. Сейчас мы продолжим. Так, короче, мы тут посовещались и подумали, что нам нужно выделить примерно 1 000 000 000 рублей на исследование древних египетских иероглифов, потому что что-то здесь с богом похоже, это два корона, значит, двойная. Здесь тоже двойная корона, мы видим. Вот, тоже какой-то бог нарисован египетский. Тоже нам нужно еще сюда 1 000 000 000, и он что-то дает. Вот видно же, да, что-то он дает. Это вот можно увидеть на тех же... И вот что-то происходит. Видимо, он... Здесь дыра... Вот, он что-то в дыру, это, видимо, опять же, что-то с царством как бы мертвых, что-то связанное у нас получается. И что-то с Аминхотепом наверняка точно тут есть. Вот, дальше мы посмотрим вот сюда, это тоже у нас получается. Здесь какой-то Аминхотеп, что ли? Нет, тоже корона двойная, два, значит, короче, каких, два царства египетских. Здесь у нас тоже мы видим, это у нас, собственно говоря, какая-нибудь богиня. Кто у нас там, уже я не помню, по египетской мифологии. Короче, богиня одна из этих, короче, египетских. Вот. Надо тоже 1 000 000 000 сюда на изучение. Мы все быстро изучим, все быстро расскажем, как должно быть. Только дайте нам 1 000 000 000 рублей, и вы просто офигеете, насколько здесь были высоки раньше у египтян высокие технологии вообще по строительству. Опять же говорю, египетские иероглифы «замолчи», что-то похоже написано. Надо будет тоже их расшифровать. Похоже, здесь что-то очень важное было написано. Это тоже у нас египетские какие-то иероглифы, но, видимо, это более раннее царство или более древнее, менее образованное, видимо, царство. Менее как бы культурное, потому что другие, как бы, мы видим буквы. А почему менее культурное? Опять же, ну, мы вам докажем. Просто дайте еще сюда 1 000 000 000, мы докажем вам. Видим технологии, рельсы. Видим еще, значит,
иероглифы, это у нас барельефы все эти, как египетские. Вот все у нас тут прямо на лицо. И все уходит вниз, все закопано, все в, значит, в кирпичные крошки. Значит, здесь у нас все это как-то разрушилось, видимо, в результате ядерной войны. Надо будет сюда прийти с дозиметром, промерить. Значит, дозиметр у нас где-то там лежит. Нужно под него купить только лишь ЦАПу вот, за пару миллиардов, и все будет хорошо. Значит, мы требуем, нам нужно еще пару миллиардов. Там уже исследователи, здесь уже одни приступили к исследованию. Вот. Какие-то здесь зодиаки, тоже дендерские. Еще египетские тоже. Все, вот как бы... Еще, в общем, мы обосновали, что здесь вполне довольно-таки серьезно обосновали, что здесь что-то у нас происходит не так, не то, и пора нам в этом серьезно разобраться всем. Поэтому подписывайтесь, значит, ставьте лайк, делитесь, комментарии ставьте, короче, обязательно. Раскроем полную правду о Вселенной, вообще о египетской цивилизации. Кипчак, Копчак, вот Фомин Косоцкий писали, что где-то здесь была египетская цивилизация. Прямо где-то вот здесь, видимо, она и была. Вот. Но, может быть, они, кстати, ошибались. Может быть, не здесь, может быть, там где-то. Вон там, может быть, была египетская цивилизация. Кстати, может быть, и там была. Надо будет уточнять поточнее, где именно мы найдем пару миллиардов рублей, и мы здесь найдем вам любую египетскую цивилизацию. Тем более здесь у нас недалеко, что у нас находится. Смотрите, что у нас недалеко находится. Река Нил. Видно, похоже, что это у нас река Нил здесь, да? Вот. Ну, я говорю, тут не хватает там пару миллиардов рублей, ну, как бы, чтобы здесь все было довольно-таки очень... Ну вот, видно. Нил, все дела, все здесь есть. Так что, опять же, говорю, лайк, подписка, рассылка, комментарии. Все мы вам расскажем, покажем. С задней стороны, и здесь все кирпичи пережженные. Там пережжен, ну, не знаю, это может, не переж... может так и должно быть, просто добавка другая, но прям, ну прям вообще. Там заложены окна. Это тоже, видимо... Может быть, было, а может и нет, может такая форма и была. Эта штука вот он-то туда, вот так, вот так. Подвал, да, получается, но здесь фундамента-то нету еще. Это перекрытие другого здания. Здесь-то кирпичи, вот там-то точно кирпичи вниз, это штукатурка. Здесь тоже у нас просто кирпичи. Это уровень пола от того здания. Кирпичи, фундамента здесь нету. Это земля. Это пол. Это железо. Гнилое, уже гнилое железо. Не, это бетон сверху, что ли? Вот. Здесь земля какая-то. Это все обваливается. Где гидроизоляция? Влага-то будет подниматься вот так вверх. Здесь даже должна быть какая-то гидроизоляция. Ну, хотя вот он слой какой-то идет, да? Вот это вот может быть слой гидроизоляции идет, кстати. Но не факт. Не факт, просто штукатурка, скорее всего. Мы сейчас здесь посмотрим. Здесь дырку-то, стенку прорубили. Вот это прорубленная стенка-то. Здесь потом закладывали еще вот так. Насколько здесь все эпично, просто. Просто обалденно. Тут такое впечатление, что это окно стоит вообще не на месте, а сверху вообще пустота какая-то есть. И очень похоже, что здесь арочный слой, арочная, это самая была конструкция. Сейчас мы вот так посмотрим. Видно, да, там небольшой уклон. Да, там была арка. Там точно была арка. Здесь тоже была арка. Это все арки. То бишь, мы вот это все видим, что это у нас там везде арки.
были. Так, нам разрешили поснимать внутри. Тот зал, да? Картины. А, это рисунок «Вид с воды». Там вот озеро. И вот как раз колонны, которые там были разбиты, вон там вот они и видны. Эти колонны, видимо, с воды видно. Тут тоже отсюда, наверное, рисунок. Зеркало просто космос. Смотрите, штукатурка вся рушится. Штукатурка вся прям... Обалдеть. Но здание, видите, все уже рушится, трещит. Здание уже осталось, его только нужно, наверное, будет укреплять. Как они это будут делать, непонятно. Дверь какая. Это просто вообще сказка. С такими деталями. Боже мой. Как они делали эту дверь? То есть, ну, какой станок был, значит. Ну, как это сделать вообще вручную? Каждая деталь идентична другой детали. Как это? Как вот эта штука сделать? Обалдеть, как вот это сделать? Я не знаю, это... Не, ну здесь-то ладно, здесь они, может быть, нарисовали, расчертили, может, какое-то лекало было, вот это еще, может быть, как-то можно сделать. Но вот это, оно же идет вот так вниз. Смотрите, оно вот тут еще вот так вот повторяется. То есть вот это все обалденно, просто... Офигеть. И вон там тоже наверху такая же штука. Ну там ладно, там можно еще как-то вырезать-то. Но этот человек, который вот это все делал, он просто вообще, он волшебник. Видно, да, что там арочные своды. Все это арочные. Это все искусственное. Понятно, да, что все это из кирпича. Там внутри кирпич. Как будто бы настоящий, да, мрамор. Но это все искусственная штукатурка. Это все искусственно. Вопрос к Исаакиевскому собору. Вопрос. Эти колонны на улице точно такие же. Вообще точно такие же. Это все штукатурка. Видно, да, следы кирпичей. Здесь, возможно, шов, кирпичный шов. То же самое, что в Исаакиевском соборе. Вот. Возможно, здесь то же самое, что в Исаакиевском соборе. Подпорка. Потому что это все падать начинает. Это все проваливается, рушится. Смотрите, здесь же раньше были символы какие-то. Где символика вся? Ну, к вопросу о том, что это штукатурка, все понятно, да? Вот хорошая, грамотная, прикольная штукатурка. Вот она такая же. И вот она все тут. Кирпичи, все разваливается. Это у нас камень. Скорее всего, камень какой-то. Может, это тоже какая-то штукатурка. Похоже на какую-то штукатурку. Похоже на штукатурку. Хотя нет. Камень. Так, а теперь к вопросу, зачем нужно огромное зеркало. Да просто потому, что это очень круто. Это очень круто. И во-вторых, сюда падает еще свет от лампочки. И прямо оно может отражаться в лицо вечером. Да, ты стоишь вечером, тебе свет прямо в лицо отражается. Вот, ты можешь подойти здесь, например, да, вот так, покрутиться здесь. И когда ты с улицы входишь, когда там с улицы, вон там стоишь, оттуда, вот, ты смотришь, у тебя как будто бесконечность туда, просто то же самое, что как будто дальше проход. Очень прикольная иллюзия. Вот это круто, это очень круто сделано. Так, интересно, вот с этой стороны мы заходим, смотрим, вот кирпич один, да, здесь кирпич, фу, кстати, интересно вообще, смотрите, как интересно, короче, кирпич, нормальный кирпич, да, вот так вот взять его,
Вот, ширину мы возьмем вот так вот, да? От мизинца до большого пальца примерно, да? Вот. Теперь мы идем сюда. Смотрим, а здесь уже кирпич какой-то опережённый идет. Пережженный кирпич. Размеры те же самые, но какой-то он, что-то какой-то он странный кирпич туда идет. Дальше смотрим. Здесь вот внутри кирпич нормальный. Везде нормальный кирпич, но цвет где-то меняется. Но здесь, о, кстати, можно. А здесь снаружи уже другой кирпич. И он уже пережженный. То есть, значит, была вот эта кладка. Значит, потом ее обложили еще вот этой кладкой. Зачем? Вот, очевидно, что снаружи кирпич другой. Все это уходит вниз. Вот так вниз уходит. Вот, теперь смотрим сюда. А здесь вообще другой кирпич. Здесь вообще по-другому положено. Да? Вот здание совсем другое. Вот. То есть, вот эта штука с колоннами, это одно дело. Это вот одно дело с колоннами. Это вообще совсем другая пристройка. Она вообще как... Что это такое? Вот, то, что можно увидеть, что вот это какое-то вообще шапито творится. На некоторых в другую сторону, что ли, положили. Что это такое вообще? Что это за... Я такие кирпичи вообще ни разу не видел. Они что? Ну да, они положены вообще по-другому. Они на попа поставлены здесь. Кто-то ставит. Это что-то разрушилось здесь, и потом, может быть, уже в 20 веке это пытались восстановить, но здесь видно, что вот это прям вот, вот, вот так. Здесь раньше, может быть, было окно. Офигеть, его, может быть, заложили вот так. Это, возможно, заложено окно. Похоже, тоже арка. Так, еще раз, меня тут мысль посетила. Короче, вот этот кирпич, который вот этот вот кирпич, он был здесь, видимо, изначально, вообще изначально был родной кирпич. Потом, значит, они попытались, кто-то пришел, ну, думаю, дай-ка я сейчас построю. Поставил где-то заводик здесь из жженого кирпича, тяп-пляп, как-то фигово, что-то, короче, быстренько, уже потом. Наклепали, как получилось, там, жженый кирпич, нафигачили сюда вот эти стеночки сюда, да, вот это все сделали. Там, туда, если пойти, я там снимал эти колонны, они же там тоже жженые, все практически, ну, не колонны жженые, а, как бы сказать, вокруг там много чего жженого, и сверху там жженое. Вот, тоже, получается, относится вот к этому времени. А вот это было раньше. Вот сверху мы видим то, что здесь у нас сейчас пристроилось другое здание. Вон там видно, да, то, что там, ну, оно как будто бы там деревянное, там, да, возможно, это деревянное. Ну, короче, здесь эта пристройка, это, смотрите, вот это здание, оно вообще отдельно пристроено сюда. И вон там, похоже, здание тоже отдельно пристроено. И вот это вот было давно. Потом вот это здание тоже потом пристроено, наверное. А может, тут что-то и было. Вот, не знаю. Вот это вот, может быть, снизу пристроили. Интересно. Смотрите, какой еще прикол. Короче, внизу кирпичи вот эти, да? Вот тут вот видно, что это все вот сверху наляпано. Сейчас уже приляпано, да? Видно? Видно, да? Сейчас, секундочку. Короче, сзади... Давайте попробуем, подойти поближе. Потом просто это будет не видно, уже потом будет спорить. Короче, видно, да? Сзади вот эта вот штука. Вот эта вот штука, да? Ее как будто бы тоже не было. Вот. Там какие-то деревяшки, что-то как натянута, сетка. Этого всего, скорее всего, вообще не было. Вот, вот этого всего, скорее всего, вообще вот этого вот не было. Здесь колонны стояли, просто открытые, пустые колонны стояли, вот эти. Вот, скорее всего, здесь просто тупо пустые колонны. Потом вот это дело наляпали. Вот это все видно, да? То есть, обалдеть. Просто закрыли колонны. Колонны стояли вот так вот. Прикольно. Сверху заложили все это. А может быть, тут тоже жженый кирпич? А мы посмотрим где-нибудь. Короче, вот это здание по ту сторону есть. Вот это здание есть по ту сторону. Там оно как раз все разрисовано египетскими надписями, и там кирпич нормальный, не жженный внутри, не жженный. Похоже, это было на какой-то, ну да, усадьба такая была, ну, как бы колонны только были другие, может быть, это был какой-то храм. Вот эта штукатурка, да? Но зачем колонны туда засовывать? Зачем? То есть, все-таки это все было потом построено. Тут мы повстречали местного хранителя
древних-древних секретов. Ему передается по наследству вся информация через контакт по усам. Вот. Хвостом, через хвост и через усы. Вот. Иногда через лапы, конечно. Вот. Он сейчас все мне рассказывает. Говорит, да, Миша. Говорит, я принимаю информацию, он прям подходит. Говорит, да, Миша, ты прав. Здесь все было раньше иначе. Посмотрите, на него честные глаза. Разве он может врать? Он даже не может посмотреть в камеру. Он просто отворачивает. Он боком подходит. Давай боком мне. Честнейшие глаза. Не показывает, не смотрит в камеру. Посмотри в камеру. Своим честным взглядом. Что-то лапа дергается. Какой он. Эй, покажи мне свой честный взгляд. Ты же на камеру так не посмотри. Отворачивается. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Смотри сюда. Все, мне передают секреты. Говорит, да, все закладывали. Вот эта вот ротоночка была сверху открытая. Вон там перила деревянные. Колонны стоят. Здесь колонн нету. Видимо, тоже... заложили эту стенку. Значит, здесь у нас стоят колонны, перила деревянные, деревянные перила. И здесь мы видим вот такую конструкцию. Заложены тоже. Там как будто бы жженый кирпич, деревяшку видно. Значит, это уже не арочная штука. Значит, тоже перила вокруг. То есть это можно было выйти просто-напросто здесь, на улицу им, вот так вот постоять, посмотреть, да, там отдохнуть. Как бы вот так вот, значит, возможно, вот здесь вот, вот оно все идет сюда. Вот, значит, стенки-то не было сверху, потом это все нафиг. А, там деревяшки вообще сверху, деревянная крыша там, вот. Вон туда. И, возможно, это все вот так вот оно и было, вот так вот так вот так, сюда пришло. Вот, то есть здесь прям наляпано. Дальше смотрим мы сюда. Интересная вещь, да, у нас тут. Интересная вещь. Вот так, вот так. Вот тоже эти перила остались, да, старые. То есть они, значит, вот так раньше и шли. Вот так, вот так, вот так вдоль, вот так вот они и шли перила. Может быть. Потом нужно было все это заложить быстро и заложили. Значит, вот здесь дальше эти идут перилки, да? Вот они порушенные. Тоже так, так, так. Дверь у нас идет в землю. Странно, да? То есть это было окно. Это уже потом, не знаю, мы когда это сделали. Здесь было, скорее всего, окно. Вот. Вот это все, значит, вот это все. Тут, возможно, тоже были эти перила наверху, деревянные. Потому что мы там видим эти же перила. Здесь тоже, возможно, были эти перила. И вот они, эти перила. И вот они, колонны. Батарейка садится. Вот тоже окна в землю, да? По идее, здесь должно быть что-то вот типа такого, да? Вот так вот должно быть тоже идти. Вот. Но здесь это сделано, собственно говоря. И тут должен быть проход насквозь. Его он заложенный. Интересно, да? Кирпич здесь. Смотрите, кирпич-то здесь у нас какой? Не жженый и свод, а... Нет, жженый кирпич. Свод как будто бы у нас арочный, нормальный арочный свод. В советское время такое не делали. Это оригинал. Короче, это оригинал. Вот это все вот так. Так, так, так. Вот так-то тоже должно было вот так же идти. Вот, скорее всего. Вот это все должно было так же идти. Смотрите, вот эту штуку мы берем вот так вот, да? Теперь берем вот так вот, здесь такую штуку. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот делаем, да? Получается у нас вот такая интересная вещь. Вот у нас такие проходы есть. Вот, значит, здесь у нас что-то непонятно, что должно было быть, да? Ну, может быть, то же самое. Короче, вот там еще и дыра в подвал идет. Короче, а там у нас вон такая конструкция. Вот проход насквозь, который там заложенный. Вот здесь у нас такая конструкция, 4 окна, да? Но, возможно, здесь не должно было быть окон. Возможно, здесь просто-напросто проход был.
Вот так вот, просто это арка. Вот так, туда насквозь. Вот так, насквозь. Как-то это неестественно смотрится, да, здесь дверь. И вот так туда, насквозь. Вот, и просто идешь. Работники как раз подтвердили, что здесь есть подвалы, где можно встать в полный рост, а есть подвалы, где нужно иногда пригибаться. Вот они, колонны, как они должны были стоять. Вот они, сплошные колонны. Вон там этих колонн уже не видно. Вот эти колонны сплошняком, их там кирпичом заложили. Это были сплошь колонны там, тут. Короче, все было сплошь в колоннах. Здесь, возможно, колонны есть. Вон там просто выход вот такой сверху, видимо, жженый кирпич, это быстро там накладывают тоже, чтобы что-то сделать. Тоже колонны уже пытались там заложить, может, не успели, что ли, может, решили вот так оставить.